Друзья, всем привет, с вами Яков, и мне очень приятно, что вы смотрите данный ролик на моем канале. Вот уже подходит к окончанию Лига Бездна, и нам уже грозит новая лига, и лига называется Бестиарий. Бестиарий идет от слова бис, то есть зверь. Ну или попросту Лига Зверинца, в которой нам будет предлагаться отлавливать разных животных. Как вы все знаете, мир Ариата и Реклоса населяют разную живность. И вот мы их будем искать, как найдем отлавливать, ну и помещать в наш зверинец. Всех животных, которых мы вообще будем находить, они будут отмечаться, скажем так, в списке. И когда мы этот список заполняем животных, то мы их можем приносить в жертву. Существует такой алтарь жертвоприношений. И нужных животных из зверинца мы достаем, совершаем так называемый обряд, ну и на выходе получаем определенный новый легендарный предмет. Простите, термин из другой игры закрался, конечно же, уникальный. Кроме того, с выходом Лиги Бестиарий переработаются некоторые пассивки восхождения. То есть некоторые пассивные умения немножко поменяются местами, некоторые вообще переработаются. Скажем так, с помощью пассивок восхождения будет уже новый баланс в игре. Естественно, добавляются новые уникальные предметы, пророчества, добавляется 3 новых камня. Очень мне понравился артефакт, ну или предмет, называется Сфера Древнего. Она позволяет абсолютно любую карту, которая существует на нашем атласе, превратить в карту 16 тира. Контента, конечно, добавляется очень много. И эта сфера на фоне всего, это, конечно же, мелочь, но ее действие мне очень сильно понравилось. Все эти действия будут происходить на фоне патча 3.2.0, в которой немножко подвергнется изменения и сюжетная часть. Незначительно. А именно немножко усложнять 10 акт, добавив туда несколько новых заданий. Короче, ребята, что касается контента, в этой новой лиге Бестиарий его будет много. То есть теперь это не просто банально бегаем карты, а еще нам придется поохотиться. Так что вы думаете об этой лиге, об этом контенте, об этом обновлении, пишите в комментарии под роликом. Я его буду заканчивать. Напомню, что лига стартует 2 марта, так что не пропустите. Всем удачи, спасибо за просмотр, ну и увидимся в мире Реклоса. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.